Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. В сегодняшнем видео я начинаю серию видео, вернее, я не начинаю, я продолжаю, уже одно видео есть, там мастер-класс один на вот эту вот модельку Чинели для спонсоров канала. И вот этот кардиганчик, он тоже будет мастер-класс для спонсоров канала, вернее, не то чтобы будет, это будет в форме такого совместника. Вот первое видео уже есть из бюджетной пряжи, девчонки, совершенно бюджетной пряжи. Про это все в этом первом видео, про пряжу, ну, все-все-все. То есть начало совместника там, в зависимости от того, от пожеланий как бы ваших, вот сколько людей наберется, я не знаю, пока ничего не знаю. Это пилотный такой проект. Возможно, мы сделаем группу в Телеграм, чтобы вы могли делиться своими процессами, да, вот, потому что в Ютубе это не получается. Ну, нельзя в Ютубе делиться фотографиями, видео. То есть, если будет такая надобность, не вопрос, мы сделаем группу в Телеграме и будем там общаться более близко, вот, и обсуждать процесс вот этот вот. Значит, вход туда стоит для спонсоров недорого, девчонки, это всего $2, это не больно. То есть подписка на месяц, вы не обязаны подписываться на постоянно, вам достаточно подписаться на один месяц, связать определенную модель и отписаться. То есть это совершенно не накладно, я считаю, потому что мастер-классы стоят дороже платные. Вот. Я прошу, конечно же, поддержки и понимания. В моем случае я все ждала осень и думала, что что-то на Ютубе наладится. С монетизацией ничего не налаживается, ничего не улучшивается, поэтому вот такое вот я все-таки приняла решение. Все такие глобальные, ну, большие мастер-классы будут выходить в разделе для спонсоров. Вот я еще раз говорю, вы не обязаны быть спонсором на постоянной основе. Вы можете купить вход на один месяц, да, за $2, просмотреть все мастер-классы, которые там будут. Да, на данный момент их будет всего 2, но их будет с каждым разом все больше и больше. Вот, использовать тот мастер-класс, который вам нужен, просмотреть все, вот, и все, и отменить подписку. То есть, я же говорю, не нужно больших затрат от вас. Вот, вот так вот. Значит, я уже вижу его. Девчонки, мне очень нравится, что у меня получается. Вот смотрите. Вот. И первую часть, пожалуйста, вы уже можете получить. Из бюджетной пряжи я вяжу. Все недорого. Все как мы любим. Вот. Но по итогу получается очень-очень симпатично. Пайетки я использую мелкие с AliExpress. Эти дешевенькие. Вот такая вещь у меня получается. Вот, не буду долго говорить, я думаю, вы поняли. Сейчас я вставлю кусочек видео, как стать спонсором, потому что есть много вопросов, где вы не знаете, где эта кнопка, как это делается. Стать спонсором можно из любой страны, поэтому, пожалуйста, девчонки, еще раз напоминаю, опять напоминаю, что уже один мастер-класс в размерах там есть вот этого жилета. Вот. Там от 40 до 52 размера. То есть все расписано. Вот. И вот этот вот первая часть вот этого совместника. Кто хочет как бы поучаствовать, вместе со мной вязать, пожалуйста, не, ну, как бы присоединяйтесь сейчас, и будем с вами вязать, советоваться и вязать далее. Кто нет, кто уже как бы смотрит это видео потом, уже когда этот весь процесс закончился, пожалуйста, все эти части сохраняются для спонсоров канала. Вот, и все они будут там находиться. Так что в любое время присоединились, связали, отключились от спонсорства. Вот и весь такой несложный процесс. Ну, а мне это, естественно, очень поможет, чтобы я все-таки могла продолжать делать такие как бы большие мастер-классы, потому что они очень трудозатратны, но их делать совершенно невыгодно, вы должны меня понять. Мне проще делать вот такие вот какие-то узорчики снимать, да, и что-то такое несерьезное, потому что по труду, по затрате времени моего,
это вообще невыгодно мне. Вот так вот, вот такая вот ситуация сложилась. Ну, а сейчас я вам покажу, как стать спонсором для тех, кто не знает. И все, девчонки, и приглашаю вас в совместник. Итак, девчонки, как же стать спонсором? Есть один единственный вариант. Вот либо вы находитесь на главной странице канала, вот так вот выглядит. Это чужая страница мастер-шефа. Я на нее подписана, и на ее примере я вам показываю, потому что моя страница сейчас будет выглядеть чуть по-другому, потому что я там нахожусь, да, на своем канале. Я сейчас вам покажу. Но у вас моя страница будет выглядеть вот так вот. Есть вот такая вот кнопка «Спонсировать», и вот вы нажимаете вот здесь вот «Спонсировать», да, здесь написано: средства списываются регулярно, отказаться от спонсорства можно в любой момент, имейте в виду, что автор праве изменить список бонусов. Ну, это уже мелочи. В общем, так вот выглядит вот эта кнопка, вот, и вы становитесь спонсором и тем самым получаете доступ к тем материалам, которые скрыты. Вот здесь вот она еще есть, спонсира. В любом случае, это кнопка «Спонсировать». Давайте я вам сейчас покажу у себя на канале. Вот видите, у меня на канале выглядит немного по-другому. Потому что это мой канал, да, и у меня здесь как бы настройки управления видео. Почему не работает эта кнопка? В общем, вот здесь вот у вас будет либо подписаться, выглядеть так, как выглядело на том канале MasterChef, который я вам только что показывала. И вот вы нажимаете здесь «Спонсировать», и у вас вот точно так же все выскакивает. Но просто выглядит вот этих двух кнопок у вас пока не будет, не то что пока, у вас вообще не будет. Вот поэтому вот так вот все просто. Либо девчонки, смотрите, нажимаете на видео, вот, и под видео эта кнопка тоже будет, видите, вот она есть, спонсировать. Опять же, вот этих вот двух кнопок у вас не будет, у вас будет либо подписанный, колокольчик и вот эта кнопка «Спонсировать». Вот. Вот такие вот дела. Вот так вот просто вы можете подписаться. Потом также просто вы можете отменить подписку. Вот. Всех вас жду. Будем вязать вместе. Вот. Более таком узком кругу. Все, девчонки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.